Для читинских автолюбителей эта новость оказалась как обухом по голове. Авторынок по улице Ковыльной закрывают. Прокуратура железнодорожного района потребовала от продавцов очистить территорию, которую те, оказывается, заняли на незаконных основаниях, без необходимых документов. По результатам проверки нами были возбуждены дела о административных правонарушениях, по которым привлечены данные лица к административной ответственности. И кроме того, железнодорожным районным судом было вынесено решение о признании данной деятельности незаконной и возложил обязанности об освобождении данного земельного участка. Среди водителей единого мнения по этой проблеме нет. Для одних рынок располагался близко к дому, другие называют его помойкой и даже рады решению прокуратуры. Зато одинаково возмущены продавцы, которым объяснили, что работу отбирают за рейдерский захват земли. Ну, конечно, я не согласен. Как рейдерский захват земли, это значит самовольно я сюда пришел, да? Кто-то же меня позвал, кто-то же предоставил это место. По словам Виктора Ермакова, продавцы не знали, что для торговли нужны какие-то документы. Если бы их кто-то предупредил, заставил заплатить арендную плату, сделали бы все. Но их просто выгоняют. И у некоторых продавцов есть свое мнение на жесткие требования прокуроров. Кто-то этот кусочек земли проглядел, потому что коммуникация здесь есть, центр города отсыпан, все готово. А у нас на лакомые кусочки все любят кидаться. Так или иначе, у работников рынка есть месяц на то, чтобы обжаловать решение суда. Но вместо того, чтобы делать это, они стараются как можно быстрее распродать товар. Что будет с ними после закрытия рынка, не знают. Непроданное добро, скорее всего, на металлолом, а сами на вольные хлеба.